Славянская молодежь за здоровый образ жизни. Подтверждение этому всегда полные залы зрителей и участников при проведении районного социального проекта «Счастье жить. Здоровое поколение – это мы». На этой неделе, что вредным привычкам есть альтернатива, продемонстрировали воспитанники спортивных и культурных учреждений прибрежного сельского поселения. Команда «Здоровье» вам представляет эту программу, которая желает вам рассказать о вредных привычках и прочих отстоях. Лучшие девчонки и пацаны, мы будущее нашей великой страны. Мы молодежь 21 века, в наших руках судьба человека. Мы за здоровье и счастье страны, лучшие девчонки и пацаны. Социальный проект по пропаганде здорового образа жизни «Счастье жить. Здоровое поколение. Это мы» проводится в нашем районе не первый год, но каждый раз собирает большое количество участников, в каком бы поселении ни проходил. Его цель – показать ребятам, еще не определившимся, как проводить свое свободное время, что жизнь полна красок. Можно найти себя и достичь успеха в самых разных направлениях, быть занятым любимым делом, радовать себя и других своим творчеством. В празднике здорового образа жизни приняли участие учащиеся 6-й школы, жители поселения, представители поселенческой администрации. В этот день на сцене сельского дома культуры воспитанники творческих объединений на собственном примере продемонстрировали, какое это счастье жить и радоваться каждому дню без пагубных зависимостей. Подобные праздники здорового образа жизни пройдут во всех поселениях района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».